1993 год представляет нам игру про Джеймс Бонда на Sega Mega Drive. Она была великолепная. Мы спустились на такую огромную не яхту, а даже огромный корабль, где нам надо спасать вот таких тетенек, блондинок. Ох ты. Вот таких, конечно, их нужно больше пёхать, но... Игру я с удовольствием проходил в свое время. Так, а вторая у нас будет вот здесь. Блондина. Блондин. Но надо быть аккуратнее, потому что игра не дает слабину, как говорится. Так. Так. Доставай же все. Отлично. Игра очень-очень интересная. Вообще, серия игр про Джеймс Бонда, она классная. К сожалению, жалко, забросили... Забросили серию про Бондов, но... Когда-нибудь придет это замечательное время, и мы поиграем в Бондика. Нового Бондика. Так, аккуратно. Аккуратно. Так, вот эта хрень падает. Ай, успел. Так. Так, вот так можно прятаться. Так, опа. Всё, мы спрятались. Но желательно его завалить. Ох ты, говно. Так, вниз. Да. Так, хорош. Давай, пробеги. Как можно быть такими тупыми? О, тихо. Так, чуваки, мы идем за блондинкой. Аккуратно. Так, все, отлично. Сейчас надо будет завести часовой механизм. Ой, собака завалила. Ну, хорошо сохранилась. Так, надо быть аккуратным. Так, спускаемся на вот эту штуковину и гасим здесь босяру вот этого. Аккуратно. Нам нужно его убить до... Пока таймер нас не... Есть. Пока наш таймер с вами не бомбанет, так сказать. Ах, Елена, тело лысого. Ха. Так, куда? Стой! Ну его нафиг. Нужно четко попасть просто в эту хрень. А где босс? Че, нету босса? О, нормально. Мы его сразу завалили. Так, аккуратно, аккуратно. Все, поплыли. Ну что, стейдж первый пройден. Такая музыка еще финальная, финалочка. Увлекательная игрушка.
Все, мы разбомбили эту огромную яхту. Миссия вторая. Так, здесь уже нужно спасать 7. Так, 7 телок. Говно, ты где? Аккуратно. Аккуратно. Тик. Вылез, вылез, засранец. Вон у нас сучка. Тут двое, опасно. Ушел, ушел. Не скули. Не скули, бабище, так. Так, это вторая. Хорош. Игра, если честно, очень корявенькая, поэтому... Прыгает, конечно, он уревно. Так, пошли за третий. Острова, моря. Все как нужно в летний период. Тихо, тихо, дядька. Пошел ты в задницу. Вот так вот весело. Ну что, это Джеймс Бонд, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игрет Ревью в Яндекс.Зен. У нас есть помощь автору Дана Талерс. Будем очень признательны. Играйте в эту замечательную игру на Sega Mega Drive. И лето пускай будет круглый год. Welcome back.